Итак, кто хочет быть первым? Через несколько часов 20 тысяч мужей отправятся в Британию. Но вы отказались плыть туда. В чем причина? В погоде? Британия – проклятая страна, которой правят мертвые. Ее леса полны демонов, моря кишат змеями. А огромный осьминог? Огромный осьминог. Звучит устрашающе, правда? Вы пришли, чтобы захватить нас. Мы пришли, чтобы работать с вами. Мы должны вернуться. Как там твои ребята? Напустили со страху. Боги Британии, я пришел из Рима. И где бы я ни шел, там будет Рим. Вы нам не нужны. Мы не хотим вас видеть. И что же теперь делать? Разве не понятно? Остановить римлян. Отправить их домой. Убить их предводителя. Какой глупый вопрос. Эти люди кормятся тем, что воюют с другими. Они смогут нанести поражение даже Богу. Ты что, угрожаешь друидам? Ты вообще понимаешь, какая сила у них в руках? Попробуй схватить меня, ты чертов змей! Вперед! Мы раздавим твое войско. Нет! Я буду танцевать на ваших могилах. Боги не заключают сделок, римлянин. Боги не заключают сделок. Выходит, ты не просто бесполезная заноза. Кажется, Ты был неправ? Просто закрой рот. Спасибо.